И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы начинаем прохождение игры под названием Take on Mars. Скажу сразу, игра полностью сделана с реальным закосом под выживание на планете Марс, на изучение, на добычу каких-то полезных ископаемых и прочее, друзья. У меня уже на канале есть некоторые видео про эту игрушку, советую и посмотреть эти видосики, ребятки. Ну что ж, ну а мы начинаем нашу высадку. Погнали! Ну что же, друзья, наш спуск совершается, пилотируем его. О боже, подожди, стой. Да, вот на таком корабле, челноке даже, наверное, скорее всего, Илона Маска, мы, наверное, скорее всего, спускаемся с вами на поверхность Марса. Кстати, ребята, скажу, что вы спросите, на какую местность мы садимся... приземляемся на Марс. Это Кедония, то есть это регион в северном полушарии Марса, где в основном у нас поверхность составляют горные равнины. Кстати, обратил внимание, у нас, по-моему, только что закончилась солнечная вспышка, поэтому это очень хорошо в плане того, что мы не умрем от радиации. Это уже классно. Так, ну что же, по-моему, наш спуск... Да, нам осталось совсем немножко, и мы опустимся на поверхность. Пока что я всем вам, ребята, советую оставаться пристегнутыми и находиться в своих креслах, дабы не получить сотрясение мозга или мало ли что там может быть. Так, давайте посмотрим. Наверное, можно пока подиагностировать наш челнок. Что здесь вообще у нас? Так, тест... жизненные элементы, так, все нормально, телеметрия, все в порядке, короче, все хорошо. Так, стой, нет, какие-то ошибки. Так, я так понимаю, у нас проблемы, Хьюстон, у нас проблемы. О, да посмотри, мы уже даже приземлились. Пока я с вами болтал, мы опустились на поверхность. Ну что ж, неплохо. Кстати, вообще, по идее, нам должны с нашей посадкой нам должны скинуть два челнока с полезными элементами. Давайте выходить отсюда. Так, можно, конечно, в принципе, от третьего лица играть, но я буду играть от первого лица. Так, мне нужно покинуть данное судно, потому что мне нужно выходить... в скором времени на поверхность. Стой, подожди. А, вот. Мы должны открыть шлюз, разгерметизировать его. Отлично. Аккуратно, не переломай ножки. Так, все в порядке. Боже, это очень тяжело. Да. Ну, а как вы хотели колонизировать Марс? Вы думали, что все будет так просто? Ах, нет. Так, убираем давление, и тогда, наверное, у нас сейчас вот этот шлюз откроется. Ага, все хорошо. Да, все-таки игрушка до сих пор, мне кажется, считается одна из самых таких, знаете, наверное, реалистичных по выживанию. То есть здесь не просто так ты будешь там ходить из угла в угол, да, а чтобы тебе что-то создать, какой-то элемент, тебе придется здесь... поломать свою голову, скажем так. Давайте загерметизируем шлюз и будем спускаться дальше. Ну, в принципе, я могу сказать так, что высадка была более-менее мягкой. Ну, хотя это моя... По идее, если бы это было реально, то это была бы моя бы первая, наверное, и последняя высадка на Марс. Ну, потому что мы с вами, если вообще, как говорят многие ученые... функции и знаний пока что всего лишь мы сможем отправить человека на Марс, но обратно он уже не улетит. Поэтому все, господа,
мы здесь с вами поселились. Ну что же, давайте выходим на поверхность. Встречайте меня с распростертыми объятиями. Марсиане. Привет, лунатикам. Ну а где же марсиане? Я не вижу каких-нибудь воздушных шариков с распростертыми объятиями, с различными флажками, гербами планеты Марс. Меня встречают. Ну ладно, не об этом. Так, ладно, давайте закроем шлюз и пойдем, короче говоря... Как я вам и говорил, вот про те контейнеры, которые нам должны были спустить, я не знаю, где их искать. Возможно, они спустятся позже, возможно, они уже спустились. Только где их искать, пока вопрос остается открытым. Я думаю, для начала все-таки, наверное, надо вернуться в основной шлюз и поменять скафандр. Потому что скафандр, который одет на нас, посмотри, он... Я не знаю, блин, такой навряд ли... Конечно, он легкий. Соглашусь, да. Бегать в нем очень удобно, особо не потеешь. Но, блин, от радиации, конечно, если будет солнечная вспышка, то от радиации он нас, конечно, особо не защитит. Так, закрываем шлюз, герметизируем, выходим, одеваем скафандр и выходим обратно на поверхность. А что ты думал, просто так прилететь на Марс и расслабляться здесь, да? Нет, такого здесь, дружище, у тебя не получится. Так, на выбор у нас тяжелый скафандр и есть средний скафандр. Давайте мы легкий сейчас с вами снимем. Он нам больше не нужен. В принципе, пока что. И одеваем средний скафандр. Кстати, средний скафандр намного больше кислорода в нем. Для работы, по-моему, на час. Да, на час. А в тяжелом скафандре у нас на 2 часа 30 минут. Легкий скафандр у нас, по-моему, я не помню, 30 минут всего лишь работа. Так, ну что ж, давай выходим на поверхность. Мне нужно найти контейнеры. Контейнеры, что там будет, ребят? В контейнерах будут всякие полезные вещества находиться. Ну, не то чтобы в пробирках, а в контейнерах. Вот. Плюс там будут у нас... различные провода, различные эти самые приборы. То есть там будут солнечные батареи, 3D-принтер первый, да. А что ты думал, поставки с Земли тебе будут постоянно? Нет, придется самому все это делать. Придется все самому постоянно печатать и что-то делать. Вот, кстати, куда опустились контейнеры? Кто заметил, я не заметил. Придется, наверное, сейчас поискать. Хотя, по идее, они, в принципе, где-то близко должны были их скинуть. Ну, в НАСА мне так сказали. Может быть, это очередной обман, очередной фальш от НАСА. Я не знаю. Так, вот наш Бэтмобиль. Конечно, Бэтмобилем я его не назову. Но все-таки хоть что-то, что мы имеем. Хоть какой-то первый, я не знаю, ровер марсианский, на котором мы можем с вами передвигаться. Мне, наверное, надо было, знаете что? Мне надо было взять, наверное, бинокль все-таки, я думаю. Потому что особо я так своим зорким взглядом отсюда ничего не увижу. Где наши контейнеры? Придется возвращаться, да? Ну, ничего не поделать. Ошибки бывают у всех. Экономьте свет. Ну да, свет надо экономить. Электричество здесь, извини. Здесь нету электростанции. Так, ладно, пошли, возьмем бинокль. Мешает эта дверь. Так, вот он у нас. Берем его. И, подожди, стой. Так, а может мне сразу... А хотя нет, наверное, мне пока наш шуруповерт не нужен. Шуруповерт мы возьмем тогда, когда мы уже будем с вами что-нибудь устанавливать, строить, производить, не знаю. Долго все-таки происходит вот эта герметизация шлюза. Все, отлично. Слышим только свой стук сердца и не более.
Так, ну что ж, давай посмотрим, где примерно в каком районе у нас сброшены наши контейнеры. Я надеюсь, они их не закинули слишком уж далеко. Но это будет просто, конечно, издевательством. Может быть, за теми камнями? Вряд ли, да? Так, ладно. Давайте обежим этот сектор и посмотрим. Нет, я, конечно, буду очень удивлен, если про нас, блин, забыли. Ну что ж, друзья, следую предположить, что контейнеры наши где-то вот за тем холмом, приблизительно 200 метров, поэтому нам придется сейчас слегка, наверное, прокатиться до них, а дальше уже с вами включимся. Поехали. Неплохо, неплохо, они их закинули, блин, не потеряться бы нам. Давайте откроем, наверное, карту и хотя бы приблизительно будем знать, насколько далеко мы от контейнеров. Так, наша марсианская, то есть наш челнок где-то примерно в этом районе, ближе к горе. А вот эти вот всякие различные запчасти, которые нам прислала НАСА, находятся вот в этом квадрате. Да, блин, это издевательство, конечно, честно говоря. Так, кстати, если ты заметил, мне немножко потрепало шлем, да, блин, ну все-таки, конечно... Ветер марсианский, ничто с ним не сделаешь и никак от него не избавишься. И песчинки, даже мелкие песчинки мне, блин, потрепали мой гермошлем. Надеюсь, у меня не будет пропуска кислорода и мы с вами не задохнемся. Так, ну что ж, мы практически подъехали к нашим контейнерам. И сейчас мы с вами посмотрим. Так, а вот, хорошо, отлично, отсюда видно базу, но с базы не видно этих контейнеров. Сейчас мы посмотрим, что нам здесь прислали. Так, открываем. Ох, эта фиговина очень тяжелая, она очень тяжелая. Давайте откинем ее подальше, дабы... Так, не свались мне на ноги, пожалуйста. Ну боже, ну что за безобразие? Ну почему вечно такой бардак мне присылают? Хоть разгребай сам, я не знаю, ну... Ну ты посмотри. Ладно, фиг с ним. Давайте посмотрим. Так, провода... Хорошо, так, одна солнечная батарея. Вообще, я по своим подсчетам планировал, что будет две солнечные батареи. Ну, хотя, может быть, во втором контейнере, я не знаю. Так, и у нас один 3D-принтер, здорово. Так, давайте тогда съездим ко второму контейнеру. Ого, у нас тут уже они разлетаются, посмотри. Наши бочечки разлетаются по разным сторонам, и это очень плохо, потому что в каждой бочке находится нужный нам материал для дальнейшего строительство. Так, давай посмотрим. Давай, пошли. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ага, очередные бочечки. Я смотрю... Так, подожди. Вот, я смотрю и... Боже, преклоняюсь перед, перед вами, НАСовцы. Все-таки вы меня не обманули по описи. Да, было все-таки две солнечных батареи. Вот еще солнечная батарея. Это у нас переходник. Отлично. Так, пустые бочки... И там еще каких-то два добытчика. Ну что ж, это здорово, это хорошо. Так, ну, я не знаю, с чего, наверное, нужно начинать. Конечно, по идее, все надо начинать с того, что перенести все эти бочки мелкие к нашему шаттлу, да? Вот, а потом уже, то есть мы переносим бочки с полезными ископаемыми, то есть с полезными веществами. А потом уже переносим весь остальной материал, то есть наши солнечные батареи и прочее туда, и начинаем строиться. Ну что ж, в принципе, я вами доволен, спасибо вам. Я прям перед вами преклоняюсь, еще раз преклоняюсь за то, что все-таки, ребята, вы там смотрите, да, на меня? Нет, это Деймос, это не Земля. Где-нибудь здесь вы, наверное, находитесь. Ребята, я перед вами преклоняюсь за то, что вы меня... не обманули и прислали все нужные полезные элементы согласно описи. Спасибо, ребята, спасибо. Так, ну что ж, я думаю, наверное, нужно начинать потихонечку весь этот необходимый нам материал перевозить к нашему шаттлу и начинать потихоньку потом строиться, добывать что-то и далее, далее, далее исследовать и...
Возможно, мы построим в будущем здесь какую-нибудь новую колонию марсианскую, и нам пришлют еще новых астронавтов. Ну что ж, ребят, наверное, такая достаточно получилась интересная и первая серия. Мы сегодня совершили первую высадку. Впервые, кстати, я скажу. Высадка человека на Марс. И, кстати, вот мои следы, да. Завидуй, Илон Маск. Ну что ж, давайте, наверное, на этом я буду заканчивать нашу первую серию. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписываемся на канал, жмем колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Все только начинается, наше путешествие по планете Марс только начинается. Мы совершили первую высадку в истории человечества. Ну что ж, до скорой встречи.